нормально? Работа. Вот тут твоя работа. Одесскому чиновнику, оказавшемуся в мусорном баке, с легкой руки правого сектора все-таки придется сменить место работы. Исполняющего обязанности директора облуправления фонда социального страхования Олега Руденко отстранили от должности. Керуючись статьями Кримінального кодексу України, суд ухвалив апеляційну скаргу адвоката Назарової залишити без задоволення. Среди мусора Олег Руденко оказался за грехи перед детьми-переселенцами. По словам правого сектора, исполняющий обязанности директора фонда соцстраха был пойман на полумиллионной взятке. За это чиновника уже отстраняли от должности. Но тогда апелляционный суд Приморского района вернул Руденко к работе. За кілька днів, які він там, навіть часів, які він встиг перебувати вже після скасування відсторонення від посади, він, по суті, займався тим, що виясняв це питання, як подальшому продовжити свою зачинність. Так как последняя апелляция Олега Руденко была отклонена, Евромайдан обещает заняться судьями низших инстанций. Люстрация ждет всех, кто возвращал чиновника к работе. На этот раз мусорный бак для чиновника так и не понадобился. Олег Руденко не появился в зале суда. Одесса уже стала законодателем моды на новые рабочие места. Мусорные флешмобы были устроены еще для нескольких чиновников Украины. Ольга Китик, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.